Привет, друзья! Меня зовут Юрий Тимощук, и вы находитесь на моем канале «Шарики и декор». Сегодня я хочу вам показать, как из двух шариков ШДМ 260-х или 270-х, сделать вот такую лошадь. Неплохо, правда? Смотрится. Но если заинтересовались, тогда приступим к уроку. Поехали! Я покупаю шары в интернет-магазине Party Boom, советую всем, неплохое качество, отличные цены. Так что вперед, друзья! Что ж, для этого нам понадобится, естественно, насос и два шарика ШДМ. Один вот я взял оранжевый, второй красный. Ну, в принципе, цвета можете выбирать сами. Итак, я надуваю первый шарик. Я надуваю оранжевый. Так. Я думаю, этого достаточно. В конце я оставил пустыми, не надутыми ими где-то пальчиков 7. Немножко приспущу, чтобы шарик был помягче. Завязываю. Делаю два небольших пузыря, примерно на 1.5 пальчика. Есть. И своим же кончиком их обвязываю. Потом этим кончиком обвязываю их вот так. Вот что у нас получилось. Дальше я делаю пузырь примерно, ну, 1.5 пальчика. Немножко больше, чем эти, совсем чуть-чуть. И тоже его обвязываю вокруг себя. Вот. Это у нас будут ноздри наши лошадки, а вот это будет как бы ротик, да? Идем дальше. Отступаю 4 пальчика. Делаю сетку, делаю небольшой пузырь на 1.5 пальца. Обвязываю. Делаю еще один такой же. И тоже его обвязываю. О! Вот. Что у нас получается? Идем дальше. Отступаю 8 пальцев и на этом месте делаю скруточку. После этого здесь пузырь примерно на 4 пальца. Делаю скрутку и еще один точно такой же. Вот в этом месте. Делаю скруточку. Эти места соединяем. Первые ножки нашей лошадки. Идем дальше. Отступаю 6 пальчиков. Делаю скруточку. После этого снова делаю такие ножки. По 4. 2 пузыря по 4 пальца. 1 и 2. Соединяю. Так. Здесь делаю пузырек на 1.5 пальчика. И откручиваю его. Это нам уже не нужно, его можно оборвать и завязать. Как обрываются шарики, вы можете посмотреть по видеоуроку, перейдя по ссылочке, которую вы видите сверху. Так, кончик где-то здесь прикручу, чтобы не вышел воздух. Вот такая у нас заготовочка. Идем дальше. Надуваю второй шарик. Думаю, достаточно. В конце я оставил 8 пальчиков свободных. Где-то так. Завязываю. И привязываю его, точнее прикручиваю, вот к этому месту. Вот так. Дальше здесь делаю 6 маленьких пузырей, примерно по 1.5 пальчика. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ну и 6. Дальше этим местом мы привязываем вот сюда.
Вот так. Дальше нам нужно сделать снова 6 таких пузырей. Поехали. Есть 6 штук. И соединяем с этим местом. Вот, соединили. Этот шарик, делаем немножко так. Так, отступаю пальчиков 8, даже вот пальцев 13, где-то 12-13 пальцев. Вот на этом месте. Нам нужно оборвать шарик. Оборвали. Это мы спускаем. Пока что в сторонку. А этот шарик нам еще пригодится. Передвигаем воздух в конец шарика. Так. И завязываем его. Есть. Возвращаемся к нашей заготовке. Вот этот оборванный шарик нам нужно присоединить вот сюда к нашей мордочке. Это будет как будто наша уздечка, да? Или как там называется? Вот. Есть. Итак, дальше грива. У нас здесь и здесь по 6 пузырей. Берем вот этих 2 средних и этих 2 средних. Их нужно соединить. И вот этими местами их нужно перекрутить. Так. И 2. Отлично. Немножко поправим. Супер. Итак, берем нашу вторую заготовочку. Вот она. И привязываем вот сюда. Как вы догадались, это будет хвостик нашего шапки. Есть. Ну, теперь нужно придать форму хвостику. Давайте возьмем вот, вот так зигзагом буквой Z. Придадим форму. Такое положение. Ну, как по мне, так неплохо получилось, ребята. Вот. В принципе, все. Лошадка наша готова. Ну что ж, друзья, если понравился мой видеоурок, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал по ссылочке, которую вы видите сверху. Всего хорошего. Будет вам счастье. Пока, ребята.